Большой ремонт в республике пандемия хоть и нарушила планы, сделать удалось немало. Программу капвложений на этот год почти выполнили. Результаты обсудили в правительстве. Несмотря на все сложности, трудности, связанные с пандемией и с экономическим кризисом, летом этого года было принято консолидированное решение не обнулять полностью фонд капитальных вложений, а лишь его частично секвестировать и двигаться вперед. В этом году ремонтировали школы, детсады, объекты спорта и дома культуры. Особый акцент – медицина. Капремонт делали в больницах, поликлиниках, сельских амбулаториях. Все под ключ меняли инженерные сети, окна, мебель и оборудование. Еще направление благоустройства – это парки и скверы. Самый масштабный проект – Екатерининский парк. В Бендерах реконструировали грибную базу, теперь это центр грибного спорта. Все новое и современное. В Первомайске, это Слободейский район, за много лет решили проблему с лифтами. Отремонтировали ДК в Терновке и Владимировке. В Дубосарах открыли новый центр реабилитации для особенных детей. В Григориополе кинотеатр «Восток». По фонду капитальных вложений по Григориопольскому району было всего запланировано 3 объекта. Значит, первый – это кинотеатр «Восток». Значит, лимит финансирования 4 507 000. Фактически выполнено 100% работы. Дом культуры села Малоешты, работы также выполнены на 100%. Лимит финансирования 2 005 000. Третий объект – это капитальный ремонт детского сада «Извораж». Лимит финансирования 1 227 000. Работы завершены на 100%. Еще одно направление 2020-го – водоснабжение сел. Водопроводы строят с нуля в списке села, где раньше пользовались колодцами. В 2021-м большой ремонт продолжит. Проект программы сейчас рассматривает Верховный Совет.